Нет, но он не переносит, когда в его адрес оскорбления, он прям 100% словесный диалог, просто Лёша, да, просто уже, да, именно тут уже, понимаешь, именно вот то, что оскорбление начали. Он реально единственный участник, который заходит утром, днем и вечером, начинает задавать вопросы, тем самым раскрывает людей и сам понимает, что человеку отправится. Я спросилась, типа, что Лёша задает какие-то вопросы. Я говорю, слушай, когда Лёша первый день приехал... привыкнуть к этому. Да, я говорю, когда Лёша приехал первый день, я говорю, он также меня посадил и начал закидывать вопросами. Как мне показалось, я говорю, сначала, что начал закидывать. Потом я говорю, поняла, что этот человек просто не так, что какой-то, знаешь, какой-то один вопрос задал, и все, и закрылась тема. Он, понимаешь, он пытается... Да, а вот если коллективу неинтересно, завести какую-либо разговорную тему. И это нормально. И не так, что один вопрос задал и закрыл, знаешь, тему, никто ничего не понял. Ему хочется узнать всю суть. Да. Почему, как ты думаешь, тебя выгнали в первый раз на второй день, и сейчас против тебя настроена большая часть?